А вот стандартная ситуация. Смотрите, опять провалился в дырку между кроватями. Вот куда его ни клади, он всегда туда залезет, провалится и потом издает звуки всякие неприятные. Что? Что лыбишься, а? Зачем туда лез? А ну-ка давай объясняй. Зачем туда лез? О, и объяснить ничего не может. Вот сидит так и... Ага, да. Смешно очень. Вот не буду вытягивать тебя оттуда.